Уважаемые друзья, к сожалению, летние денечки закончились, а мы все активно продолжаем заниматься. Фитнес-клуб «Зебра» разработал для вас комплекс упражнений, которые вы можете выполнять самостоятельно, не выходя из дома. Этот комплекс подходит абсолютно всем, независимо от возраста и подготовки. Занимайтесь с нами весело и активно, а мы вам в этом поможем. Опять.
4 раза. И добавляем повороты. Продолжаем наклон. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Еще 4 раза, то же самое. Молодцы. И еще 2 раза. Последний раз. Поворотик. Умнички, еще 4. 3. Поясничку прогнули, коленочки слегка согнули. И опускаем плечи вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Чуть быстрее. И раз, 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 раз. Продолжаем. Раз, 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 раз. 4, 3, 2. Добавляем ручки вперед, в сторону, вперед. Умнички. 4, 3, 2. Последний раз. И опустились. Коленочки выпрямили, расслабились. Меняем ручки. Раз, 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 раз. Продолжаем. 4, 3, 2. Последний раз. Опустили ладошки, расслабили спиночку, округлили. И приготовились. Поднимаемся за круглой спиной вверх. Опускаемся вниз и вверх. Вниз. Умнички. Последний раз. Выпрямились. Ручки в замок за спиной. Потянули плечики. Правую ручку в сторону. Левую. Правую ножку согнули. Левую. Правый носочек на себя. Левую. Ну все. Уважаемые любители спорта, это была активная разминка на все группы мышц, которая заряжает бодростью и разогревает все тело. Сейчас мы уделим внимание самой проблемной зоне – это нашим животикам. Для этого мы подготовили для вас комплекс упражнений на коврике. Вот такой турецкий прыжок. Локти держим точно в сторону. Поднимаем опускаток. Напрягаем верхнюю часть живота. Падаем. Раз. Продолжаем еще 8 раз. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Молодцы, подняли еще корпус, задержали, напрягли верхнюю часть, дыхание полное, спокойное. Опустили и приготовились. Поднимаем верхнюю часть, добавляем колено, колено, колено.
коленочки, левую ручку положим за голову, локоть вверх. И тянем корпус вверх, вниз и вверх, вниз. Сокращая косую мышцу. Чуть быстрее то же самое 8 раз. 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 Еще 4. Продолжаем поднимать и опускать корпус. Подняли коленочку вверх. Молодцы. Еще 4 раза. Продолжаем сокращать косую мышцу. Добавляем коленочку к себе. Еще 4. 3. 2. Последний раз. Молодцы. Повернулись на животик. Подняли корпус. Расслабили мышцы живота. Коленочки согнули, пяточки прижали к ягодичкам. Правую ручку подняли вверх. И готовы. Поднимаем корпус вверх, вниз. И вверх, вниз. Вверх, вниз. Чуть быстрее. 8 раз. 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 Продолжаем поднимать и отпускать корпус. Коленочку подняли вверх. Еще 4. 3. 2. Молодцы. Добавляем коленочку к себе, от себя. К себе, от себя. Умнички. Еще 4. 3. 2. Последний раз. И разворачиваемся на животик. Потянули корпус вверх. А влево потянули плечики. Опустились на пяточки. Расслабились. Встали на четвереньки, спиночку округлили. Подняли ручки вверх, правую ручку в сторону. Левую. Опустили ручки, подвернули носочки, коленочки выпрямили, таз подняли вверх. И постарались коленочки не сгибать. Уважаемые друзья, помните о том, что вы занимались самостоятельно. Если, выполняя то или иное упражнение, вы почувствовали дискомфорт, не выполняйте его. Проконсультируйтесь у опытного тренера. Ведь тренер – это не только ваш помощник и советник, но и лучший друг.